такая напряженная была игра, первая после перерыва. Мы вкатывались долго, потом вроде нормально, хорошо контролировали игру и победили. Ну, Сочи сегодня прибросал Салават Юлаев. Вот в этой связи тяжело было? Да нет, это рабочие моменты. Сегодня одна команда перебрасывает, завтра другая. Главное, счет на табло. Ну, то есть приятнее все равно, когда бросков много, находиться в тонусе? Ну да, но любому вратарю, я думаю, что приятнее, когда в тонусе. Но, с другой стороны, ты должен играть и когда мало бросков, и когда много, поэтому без разницы. На физическом состоянии как эта пауза сказалась? Да нормально все, мы работали на физику. В принципе, целый месяц был подготовиться. Сейчас важные матчи впереди. Поздравляем с победой в дивизионе Чернышева. Второе место за Салаватом Юлаевым. В этой связи какой-то груз сейчас спадет? Спасибо. Да, в принципе, не было никакого груза. Мы играем свою игру и не смотрим особо на другие команды. Нам сейчас главное поймать свою игру. Вы сейчас будете смотреть, кто попадет в плей-офф? Ну, после последней игры посмотрим. То есть, неважно. Как олимпийская пауза сказалась на духе команды, на физической подготовке, на уверенности в себе? Да никак не сказалось. Мы нормально потренировались, подготовились. В принципе, я говорю, сейчас нужно поймать свою игру и входить в плей-офф. Вы остались такой основной претендент на место в воротах на время плей-офф. Морально готовы? Ну, я всегда готов. Как тренеры решат, так и будет.